Молодь з усёй краіны аб'яднала студэнцкая восень. Прафсаюзны форум адкрыўся ў Мінску, а потым праект падхапілі рэгіёны. У Віцебскай вобласці ўдзельнікамі сталі больш за 1500 чалавек. У праграме семінары, выставы, а таксама наведванне прамысловых прадпрыемстваў, абласной бальніцы і ўстанова адукацыі. Тут удзельнікі форума знаёміліся з асаблівасцямі прафесійнай дзейнасці, са спецыфікай работы прафсаюзных арганізацый, а таксама даведаліся аб дадатковых гарантыях маладым спецыялістам. Мне понравилось в первую очередь доброжелательность и открытость со стороны сотрудников. Преподносит информацию очень интересно. И ну, я смотрю на студентов, и видно то, что им это нравится, задают вопросы, интересуются. А у Гродні у рамках молодежного профсоюзного форума провели интерактивную выставу профориентации. Студенты пропоновали старшеклассникам поспробовать себе у разных профессиях. Будучи юристы показали, как скласти фоторобот. Представники аграрного университета познакомили школьников с коллекцией мотыльков и рассказали об особенностях анатомии разных живел. У свою шаргу медики дали возможность каждому абитуриенту выступить у роли реаниматолога. Способы оказания первой допомоги отправили на интерактивном роботе-тренажеры.